بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله شوف في جسم الرسول صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله брату увидел с книгами. ما شاء الله. Что за книги такие, ما شاء الله? Это у нас, альхамдулилля, толкование Корана. И напоминание, полезные уроки для всего ума, важные уроки. Тут базовые такие знания об исламе, об имане и так далее. Поэтому со всем Богом, что мы должны, обязаны, обязанности женщины и мужчины учиться. Поэтому, как Мухаммад Алисан сказал, талабу аль-илм фарду аля кулли муслим ва муслима. Требование знания – это фард для каждого мусульманина, для каждого мусульмана. Всевышний Аллах Субхану Тааля начинает сознание и говорит: «Фа'лам аннаху ла илаха илляллах». Знаешь, что нету Господа достойного поклонения, кроме Аллаха Субхану Тааля. Начал сознание. Поэтому, как сказал имам Шафии, «Аль-Илм кабля аль-каури валь-амаль». Знание перед словом. Здесь мы должны знать, на... через знание должны призывать к Аллаху Субхану Тааля. «Куль хадии сабили, аду илляллах аля басира». Скажи, это мой путь, призывая к Аллаху Субхану Тааля посредством знания. Поэтому требуйте знания, да, Аллах нам требует знания. В тех моментах для нас прекрасный пример требует знания.